младшая сестра развита не по годам, и вечно мы с ней спорим, кто из нас самая умная. Ну что, поспорим? Давай. Категория? Спорт. Количество данов в дзюдо? 10. Как это можно не знать? Нет, не 10, как принято думать, а 12. Только вот 11-го пока нет ни у одного человека, а 12-й дан только у основателя дзюдо. Категория бухгалтерия. Когда москвичи отмечают день бухгалтера? 21 ноября. Нет, день московского бухгалтера отмечается 15 ноября. Категория сон. Отлично. Сколько нужно взрослому человеку, чтобы выспаться? 8 часов. Нет, милочка, вот тут-то я тебя подловила. Это все очень индивидуально. Я тебе, младшенькая, все сейчас расскажу. И ты, Благовещенец, слушай внимательно. Внимание, матрасная инструкция. Ну, в смысле, о матрасах речь пойдет. В первую очередь надо знать, на чем же ты спишь. Точно. Правильный матрас – это тот, на котором позвоночник будет полноценно отдыхать. И самая важная его характеристика – анатомичность. Она-то и поможет сохранять естественные изгибы тела и отдохнуть правильно. Лучше приобретать спального друга на блоках независимых пружин, каждая из которых находится в своем чехле. А это позволяет правильно распределять нагрузку на позвоночник. Ты ведь хочешь похудеть? Да, только... Тогда ложись на ноги и худей. Умняшка дело говорит. Она просто знает про матрасы категории фитнес. Пружины в них специальные, в форме песочных часов. Располагаются они в основе тех зон, где требуется поддержка самых тяжелых областей тела. Всего в таком матрасе 5 разных зон. В каждой пружины с разной жесткостью. Универсальная поддержка для разных комплекций. А ты знаешь, что такое естественный будильник? Конечно, знаю. Естественным будильником называют гормон. Адренокортикотропин, балда. Маленькая, еще так разговаривать. Слушай лучше про других помощников сна. Обязательно нужно приобрести на матрасник. Он способен продлить срок службы матрасом, подушкам. Чем шире твои плечи, тем выше она должна быть. Большинству людей подходят подушки высотой 10-14 сантиметров. Ты знаешь, дети с 3 до 8 лет видят больше кошмаров, чем взрослые за свою целую жизнь. Ой, ну давай, пожалуйся на свою тяжелую жизнь. Намек я поняла. Купим мы тебе матрас. Детский, специальный. Материалы в нем должны сочетаться таким образом, чтобы полностью снималось мышечное напряжение. Ну и риск нарушения осанки искореняться должен махом. Мелочь, пузатая. Правильно подобранный матрас поддерживает детский формирующийся позвоночник. Вот и будешь ты, младшенькая, спать крепче, реже просыпаться по ночам и встречать утро бодрой. Я поняла, почему ты у меня такая умная. Ну конечно, у тебя сестра кто? Правильно, Дарья дежурная по рубрике. Ну да, конечно. Именно поэтому...